sono le macchine. Здравствуйте, мои дорогие телезрители. И с вами снова Регина из прекрасной Флоренции. Посмотрим, что для вас я приготовила на сегодня. Конечно, эти переулочки, они просто завораживают. Посмотрите, как красиво. Вот такая узенькая-узенькая улочка. И как красиво. Белиссимо, questo, белиссимо. Una via stretta, veramente, и tavolini così, bellissimo, veramente. Grazie. Arrivederci. Видите, как помахали мне. Посмотрите, как красиво. Ой, это здание очень высокое. Очень высокое. Вот вам. Вот такие итальянцы. Есть итальянцы приветливые такие, хорошие. Вообще народ итальянский такой, доброжелательный. А еще вот такая заметочка хочу сказать вам, что все-таки что случилось в нашем мире, вот этот кризис, да, людей сплочило это все-таки, стали более... Ну, не знаю, как... Я чувствую это. Я чувствую. Уважение, что ли, друг к другу. Вот к человеку, между человеком и человеком. Стало лучше. Ну, у меня, по крайней мере, так. Я вот это чувствую от себя. Люди вот так вот любят иногда подойти, не заходя в супермаркет, купить там на пару персиков или инжира. Вот честно, не знаю, что это такое, что это за фрукт. Если вы знаете, напишите. Ну, дыня, что ли, нет? Questo è melone? Мелон, да, это дыня такая. Вот я такую еще не ела ни разу. Это тоже дынька, но такую я ела. Лучок. Вот смотрите, я сейчас поднимаюсь на мост. Не на Понто Векью, как вы понимаете, здесь же мостов много. Это второй мост от... Понто-Векью. Сейчас я на него зайду. Мой путь идет оттуда. Видите, этот мост называется Понте а Санта Тринита. Thank you.
Уличный музыкант. Музыкант славянской внешности. Я не знаю, кто он по национальности. Но играет он божественно. Бистека Флорентино. Официант даже помогает разрезать бистеку Флорентино. А, нет, я думала, это официанты, это как трое парней кушают бистеку Флорентино. А, здесь напротив есть такой магазин. Написано «Лаварационе артиджанале», то есть ручная работа. Так называется магазин.
хотелось бы действительно сюда зайти и посмотреть, потому что ручную работу я люблю смотреть. У них там сумочки, клатчи. А я там вижу, что у них типа, ну, действительно, там лаборатория, где они это все отшивают. Вот такие вот плачешки, сумочки. Бижутерия даже. Ну и, естественно, весенняя коллекция. Как-нибудь сюда зайду. Это тоже их витрина, именно вот артиджанали. Так думаю, что это свадебное платье. Наверное, они шьют как-то на заказ. Я не знаю. Я пока только снимаю витрину, показываю вам. Ну, видно, что, видите, головной убор свадебный. И само платье, в принципе, такое торжественное. А здесь такой летний такой сарафан. Внизу очень приятный цветом и на вид, не знаю, шелк это или нет, сорочки. И сумочки с фермуаром. Видно, что ручная работа. Как-нибудь я зайду в этот магазин поподробнее, сделаю видеоролик. Если, конечно, мне дадут разрешение. Кстати, написано здесь сток фирмы. Это типа аутлета, сток, где последние размеры, маркированные вещи. Как-нибудь я сюда приду обязательно. Это тоже витрина бутика Бароны. Такие у них сумочки представлены. Цена вот сразу написана, видите, 69 стоило, 45 евро со скидкой. Верапель — это натуральная кожа. Вот это 69 евро. И также есть в коричневом цвете. Это точно такая же, как первая, только коричневая. Вот это сумки кожаные, они именно плетеные. Так, цена на них 265 со скидкой 159 евро. Вот этот цвет такой розовый, очень красивый, 159 евро. Кошелек 55 и вот такая вот сумка 159 евро. На этом, мои дорогие, мое видео я заканчиваю. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, мне будет приятно. С вами была Регина из Италии, из города Флоренция. И до скорой встречи, мои дорогие. Пока-пока.